там нигде не позалетает пена. Все, теперь надо ей впитаться, обтечь. Помыли нашу красавицу, пока только напенили. Еще обмоем, оботрем. Только на автомойке. Уже вся исползла. Розовая пена, как тогда мы на мойке, помнишь, мылись в Волжском с розовой пеной. Мойка для девочек. И все сразу, потом когда... Да, дотирать, потому что бывает где-то плохо размылось, разъелось, либо пропустил. Так всегда бывает. Хомут оторвался. Что, на одном стуле держится? Ну ты же для подстраховочки писал. У тебя есть здесь вот такие хомуты? Там тоже порядки наводят. Ну вон женщина открыла ведро, ой, окно с ведром, в перчатках, с тряпками. Там работа кипит, жизнь. Еще там уже вырвал. А, вон она как. С той стороны такая же штучка. Это что, губка такая? Как этот? Барьер. Да. Вот они. Вот коврики. Грязные, пригрязные. Пускай пока лежит. Вылью. Нет. We'll be right back.
протирать тоже надо после вот смывания воска? Не, вообще печь должна быть. То есть следов никаких потеков не должно остаться, да? А ну-ка. Ну да, вот воском нанесли, а она все стекло. Отлично. Красавица. Помыли, подухарили ее. Да, сползает вообще. А тут надо полировать. Ну, отлично. Только тут стекло, а тут чего-нибудь. Все отлично стекает. На капоте. Оп, оп. Ну вот, вымыли нашу красавицу, нашу труженицу, помощницу во всем. Теперь она чистенькая. Что ты там шланги сворачиваешь? Ну и то не отодраили, конечно. Внутри не все конкретно. Ну просто нам сегодня еще возить всякое. Потом ее дотрем. Все-таки уже не такая грязная. Колесики чистим. Девочка у нас от солнечной батареи. А сейчас мы еще шашлычки пожарим. И будет красота ляпота. Вкусняшка. Уголек. Так, мясо у нас в машине же, да? А жарить мы будем в другом гараже. Так что поехали мы в другой гараж. Держать эти. Давай. Как ты хочешь тут снять, где я палец себе отрезаю. Так прямо и охотится по кадру. Буржуечку устанавливаю. Зимы у нас не шуточные. Электричеством в гараже сильно не наобогреваешься, хотя он тоже такой вот обогреватель. Ну и буржуечка тоже нужна. Буржуечка для буржуи. Дверку надо будет, да, переделать на ту сторону, чтобы открывалось. А развернуть ее чуть-чуть туда угол сделать. А как это туда? Это надо выносить.
что там? Просто надо было этот квадрат вырезать, этот трубу этот под углом варить там. Смещать верхнюю часть. Отломала уже. Ой, повернула чуть-чуть. Ломала. Тут же ты можешь ее поворачивать как хочешь. Сейчас свалится тебе. Не хочешь. Аккуратно. Ну, то есть все равно вот так вот. А, ну, в принципе, вот она же там и не нужна, чтобы теперь была. А тут дымок идет.